Друзья, показываю всем вам этот священный момент, когда я только открываю книгу, вторую часть священного Дон Кихота, как я перелистываю эти первые страницы, начинаю читать посвящение. Да, сегодня перед выходом у меня был конкурс между книгами. Я выбрал именно эту книгу, потому что, правда, я считаю, что это одна из главных книг человечества в целом, этот святой испанский текст. Главное, это, думаю, что все та же атмосфера, все тот же посыл, понимаешь? И, ну, поэтому я все-таки считаю, что прочитал первый том, если я прочитаю второй, то я стану еще богаче. А, значит, эликсирчик допит. Сейчас я буквально несколько страниц и уже пойду по делам. А всем желаю хорошего дня, держимся курса и разума.